Султан Шадив, про теленка и щенка. Весенний солнечный денек бродил по лугу одинок, зевающий с просонок, скучающий теленок. Но тут примчался на лужок веселый озорной щенок, и, увидав теленка, его облаял звонко. Теленок выставил рожок: «Уйди, ведь забодаю!» Щенок ответил: «Эй, дружок, да я с тобой играю! А ну попробуй, догони!» И друг за дружкой они по лугу бегать стали, покуда не устали. И вдруг глядят, а где же луг? Вокруг растет морковь и лук, и помидоры, и салат. Друзья во все глаза глядят. Мы оказались вроде в хозяйском огороде. А тут и бабушка идет, кричит сердито: «Вот народ!» Размахивает палкой: «Я посадила огород, а им топтать не жалко!» Ей вторит маленький Мурат: «Теленок, ты попался!» А тот и сам уже не рад, так бедный напугался. А где щенок? Сбежал в кусты и спрятался хитрюга. Читатель мой, скажи, а ты в беде оставишь друга?